Я тебе все про Кирюшу говорю. Он служил на севере. Тёма, завтрак на столе. И добывал там какие-то очень полезные ископаемые. Ты знаешь, а потом их сократили, и он вернулся домой, к Ирине Андреевне. Да, очень нужен Ирине Андреевне безработный племянник на шее. Ну, подожди, почему безработный? У него машина есть, он таксистом может работать. Мам, ты знаешь, сколько сейчас интернет-приложений с такси? Это не такая уж и редкость. На этом не заработаешь. Тёма! Уже 8 утра. Сейчас. Вот видишь, у тебя уже к нему появились требования. У меня? У меня никаких требований к нему нет. Все, ради бога, я не буду с тобой ссориться. Вот и ходи, как одинокая привет. Снежная королева. Ой. А Кирюша, между прочим, пара обязательно найдется. Я очень рада, что кому-то так сказочно повезет. Снова пытаешься выдать Лену замуж, ба? Не подслушивай женский разговор. Не вреди своему мозгу. Слушай, Лен, можно ложку? А ты тоже после смерти деда пыталась бабушку замуж выдать? Так, Тёма! Тёмочка, мне всегда хватало деликатности не лезть в чужую личную жизнь. А у тебя нету своей личной жизни? Знаешь, мам, моя жизнь мне очень даже нравится. Да, но самое главное, чтобы ты так это чувствовала. Люблю тебя. Я тебя люблю. Ну все, беги. И помни, ты у меня самый лучший. Ой, давай. Елена? Да. Здравствуйте. Я Кирилл, племянник Ирины Андреевны. Здравствуйте, Кирилл. Как поживает Ирина Андреевна? Лен, давайте поставим все точки над «и» сразу. Вы должны простить мою тетю за ее навязчивость и непреодолимое желание нас поженить во что бы то ни стало. Мы оба понимаем, что это бредовая идея, поэтому... простите. Ну что ж, я рада, что все разъяснилось. Простите, ради бога, еще раз. Вы здесь ни при чем, и спасибо вам за солидарность. А, я могу вас подвезти, я на машине. Ну что же вы так, Кирилл, не отступайте от своего решения. Нет, я просто из вежливости. Вы не в моем вкусе, поверьте. Лен, я должен признаться, я вас обманул. На самом деле, вы просто мне действительно очень понравились. Мне тетя фотографию показывала, я подумал, да, почему бы нет? Ну, потому что у меня сын. Это не проблема. Я не говорю, что мой сын проблема. Просто у Тёмы 11 класс. Это такое время сложное. Плюс у него проблемы с геометрией, а классная руководительница еще и навязывает ему какие-то общественные нагрузки. И это в выпускном классе, вы представляете? Представляю. Очень даже хорошо. Нет, ну в смысле у меня своих детей, конечно, нет. Пока. Я же еще не стар. Кирилл, вы меня извините, но вы мне просто не нравитесь. Вы только не обижайтесь. Я вижу, что вы неплохой человек и уверена, что все в жизни у вас сложится. Ну вот, приехали. Угу. Ну, вы еще подумайте, если что, я подожду. Спасибо, что подвезли. Владимир Сергеевич, здравствуйте. Привет, Аня. Ну, как она? Кто? А, Макарова? Да ничего, вроде бы справляется. С детьми и с родителями ладит. Ну, а почему работу меняет каждые полгода? Характер сложный? Не знаю, может быть и характер. Мы же не подруги. А плохо, что не подруги?
У нее скоро заканчивается испытательный срок, а мы о ней толком ничего не знаем, кроме того, что она хороший специалист. А должны были бы знать, кого хотим принять в свой коллектив. Непорядок. Согласна? Ну, да. Ну, так пригласи ее куда-то, не знаю. Появи инициативу, внимание, вообще там. Ну, а счет потом мне принесешь. Ну, хорошо. Головушку, я помню. Да, у тебя все прекрасно. Я помню, ты молодец. Так, ну что, давайте еще разочек. Еще один бассейн. Привет. Привет. Слушай, ты им воли не давай, родители не любят, когда их балуют. Они же их всех чемпионами видят. Пускай резят, пока есть такая возможность. В этой группе все равно будущих чемпионов нет. Слушай, я спросить хотела, ты сегодня вечером занята, нет? Может, сходим куда-нибудь? Нет, я не могу, мне к сыну надо. А что, сын маленький, сколько ему в школу ходит? Давай сходим, ненадолго. Ты сама видела, у нас чисто зарплату вовремя выплачивают. Даже массажики бесплатные. Это, конечно, плюс. Но знаешь, есть и минус. Массажистки такие же тетки, как и мы с тобой. Но иногда попадаются интересные клиенты. Я предпочитаю работать с их детьми. А кто же тебя тогда сегодня утром подвозил? А, да никто. Это мама все пытается меня пристроить. Ищет мне варианты для замужества. Лен, а где отец твоего ребенка? Я слышала, он в Японии работал. Сейчас не знаю, да и не хочу знать. Тоже из спорта был? Да, мы были вместе в юношеской сборной. Выходит, первая любовь? И последняя. О, как у нас тут все запущено. Не, ну что-то, у нас тут как раз все в порядке. Слушай, ты что, даже за все это время никого к себе не подпустила? Ну, даже здоровья ради. А я не больна. Я чувствую себя хорошо. А что с начальством, мутишь? Как тебе наш Трифилов? Руководитель как руководитель. Ну, а как мужчина? А, мы можем закончить эту тему? Ну, правда, нам не о чем больше поговорить, кроме как о мужчине. Да с удовольствием. Тем более, если то, что ты говоришь, правда, то мы точно подружимся. Ты знаешь, я вот неизлечима. Ненавижу быть одна, боюсь. Сочувствую. Ну, и поскольку замуж не зовут, то мне уже не важно, женат, не женат. Если мужа своего не удержала, то я не виновата. Хотя, ты знаешь, иногда такие идиоты попадаются, диву даюсь, зачем оно мне все надо? Но сейчас я себе уже такую планку поставила, что главное шею не свернуть. Все-таки хорошо, что ты мне не соперница. Литературой занимается. Общественная нагрузка. Артём, я пришла. Они уже 2 часа там сидят. Привет, сынок. Здравствуйте. А, Лена, это Вика. Добрый вечер. Лена? А я не верила, что Арт вас по имени называет. Значит, это правда. Это очень круто. Арт? А, Лен, мы с Викой будем заниматься после уроков. У нее проблемы с литературой. Да, он у нас просто гений. Только он меня и спасет. Стопудово. Может, чаю? А вы правда были чемпионкой страны? Это же ваши медали. Я думала, что просто трепишься. Не треплется.
А у вас только с литературой проблемы? Лен. Ну что, Тёмочка, я же просто интересуюсь. Да нет, еще есть кое-какой затык с математикой, но я там еще хоть как-то справляюсь. А вот с литературой вообще завал. А что же там сложного? А мне тяжело сосредоточиться. Я вот два предложения прочитываю, а потом мысль куда-то улетает. Фантазии разные начинаются. Наверное, это с непривычки. Вам нужно попробовать больше читать и что-нибудь подлиннее смс-ки. Лен! Ну что, Тём, разве я не права? Нет, вы абсолютно правы. Ну, просто, ну, чтение — это такой отстой. Вот Арт придумал слушать аудиокниги. Вот сейчас, например, так заслушались. Вик, вас, наверное, дома ждут. Беспокоиться. А я что, у вас засиделась, да? Ты же меня проводишь? Конечно. Знаешь, где наш врат? Не знаю. Я спать пошла. Нет, я просто поражаюсь. Тебя совсем не волнует, где твой внук? Послушай, твой сын пошел провожать девушку. Это нормально. Я не понимаю, почему я должна истерить. Ну, очень зря, как показывает жизнь. Телефон оставил. Как специально. Она не сказала, как ее фамилия? Я не знаю, какая у нее фамилия. Представляю, какие там родители. Ты видела у нее татуировка? Нет, не видела. А эти губы черные, ну это же вообще. Послушай, ты, между прочим, если бы не плавание, тоже неизвестно, кем бы ты стала, а ходила в рваных джинсах. Хотя, если бы не плавание, ты бы не встретила своего золотого Славика. Ладно. Ты куда? Встречу. Истеричка. Лен, ты чего? У тебя совесть есть? Ты видел, сколько времени? Я что, должен был отпустить ее одну? Ночью? Так, ладно, быстро домой спать. Завтра поговорим. Mm-hmm. Теперь не засну из-за тебя. Отступила Игоревна. Просто она такая вот неприступная, понимаете? Доброе утро. Мам, ты не знаешь, где Тёма? Его дома нет. Ушел уже. Куда ушел? Сегодня же воскресенье. Они ушли вместе с Викой на съезд этих мотоциклистов. Вот. Чей съезд? Послушай, ни одного дня от тебя нет покоя ребенку. Ни одного. Доброе утро. Выбирайте маршрут, куда едем? Кирилл, пожалуйста, будьте мужчиной. Мы с вами обо всем договорились. Можно по магазину, можно в парк. Какой парк? Мне на работу надо. В воскресенье? Вы себя не жалеете? Или вы меня боитесь? Уже боюсь. Еще подождем. Ну что, подруга, давно тебя видно не было. Вот пришла к открытию сезона, не прогоните. Байк найдется, а этот чайник с тобой? Это Арт, он не чайник. Я за него ручаюсь. Без машины? Пешком?
Зато голова на месте, не только для шлема, как у некоторых. И вообще он не с пустыми руками пришел, он деньги за горючку принес. Ага. Ну, родаков выбросил. Заработал. Не твое дело. Ладно, пока пусть остается, а там видно будет. Вон его моток, помой пока до блеска. Замызгал-то тракторист. Давай ведро. Курс молодого бойца, приступай. Давай, давай. Так что, не разрешила заплатить за себя? Да что там платить? Мы же девочки, едим как птички, а вузой не станем. Ну а чего работу так часто меняет? Говорила? Да просто на прежних местах особи мужского пола ей проходу не давали. Не умеют у нас, конечно, некоторые кретины с прекрасными женщинами обращаться. И не говорите. Так что говоришь? Подружились? Ну, вроде как, да. Ну, а про меня что-то говорили? Все в рамках приличия. Ну и потом, вы же знаете, как сложно не заметить, какой вы интересный мужчина. Ну, ладно, ладно. Заболтались мы тут с тобой. Все, иди, скажи Лене, что я жду ее. Хорошо, Владимир Сергеевич. Спасибо за помощь. Иди, иди, Анечка. Да, счет можешь оставить. Инга Борисовна, здравствуйте. Я хотела бы с вами поговорить. Да, желательно сегодня. Это очень срочный, серьезный вопрос. Я хочу обсудить общественные нагрузки Артема. Мне нужно с вами их как-то скорректировать. А, вы на даче сегодня? Извините, а завтра я могу с вами поговорить? А, хорошо, спасибо. Мы не говорим в рабочее время по телефону, это запрещено. Да, я знаю, но это срочный разговор с учительницей. А это не важно, это техника безопасности. Ты же слышала о таком? Ань, что такое? Опять что-то случилось? Да, случилось, тебя трясило взять. Зачем? Ну, сам скажешь, только будь с ним поосторожнее. Не поняла, что это значит. Да ничего, просто будь поосторожнее, и все. Хорошо, ну иди. Да, а как же? Я присмотрю, ты иди, он не любит ждать. Иди, иди. Вызывали? Да, Леночка, проходите, присаживайтесь. Спасибо. Ну как вам у нас, привыкаете? Я всем довольна. Уж не знаю, как вы. Ну, а мы как довольны. Вдвойне, я бы сказал. Знаете, Лена, у меня сложилось такое впечатление, что это не вы у нас проходите испытательный срок, а мы у вас. Да, коллектив вас принял, можно сказать, полюбил, а дети так вообще рвутся только в вашу группу. Только их слышно, наша тетя Лена самая лучшая, наша тетя Лена самая красивая. Но это вы преувеличиваете. Ничего не преувеличиваю. Я, наоборот, преуменьшаю. Вот что. Нам с вами пора обсудить ваше будущее, раз уж у нас сложились такие отношения, такая симпатия. Вы предлагаете мне постоянную работу? Да, я предлагаю вам постоянную работу. И нам надо с вами обсудить условия вашего трудового договора. Я не знаю, оклад, график. Спасибо. Для меня это очень важно. Спасибо. Сделаем вот как. Мы с нашим коллективом привыкли отмечать события нашего центра в одном уютном месте. Ну, наш чиллаут, если можно так сказать, это музыка, обслуживание, кухня. А хозяйка этого заведения – наша постоянная клиентка. Когда вы сегодня заканчиваете? В 7? В 7:30. Ну что ж, тогда в 8 я вас жду у входа. Что скажете? Сегодня? Ну да, не вижу причины откладывать. К сожалению, сегодня я никак не могу. А что такое, свидание? Да нет, что вы. Сын уехал сегодня за город, и целый день не могу ему дозвониться. Так что, если он до 7 не объявится, мне придется ехать его искать. Переходной возраст. Понимаю. Может, нужна какая-то помощь, я не знаю, отвезти, поговорить так? Нет, 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 спасибо, я справляюсь. Хорошо. Ну что ж, тогда перенесем на завтра? Спасибо. Да, Леночка, только
Только очень большая просьба. Ничего не планируйте. Спасибо вам большое еще раз. Ну что, Лен, тебя можно поздравить? Фифил берет тебя на работу? Похоже, что так. А что он еще сказал? Он сказал, что какие-то условия нужно обсудить, и, в общем, мы с ним поедем в ваш чилаут. Как это чилаут? Кафе какое-то, ты что, не знаешь? Нет. Меня за 3 года никто ни в какие чилауты не приглашал. Ну, видимо, рожей не вышло или поведением. Что? А то. А я тебя еще жалела, мужики ей проходу не дают. Да ты и сама не промах. Это сейчас было оскорбительно. Знаешь, Аня, никому не давала повода. И ничего не вижу страшного в том, чтобы съездить с шефом в кафе и обсудить рабочий момент. Мы взрослые люди. Вот именно, что взрослые люди. Обсуждать рабочие моменты где? В чилауте? Другого места не нашлось? Лен, ты что, серьезно не понимаешь? Да он тебя снимает просто. Аня, остановись, ты чего? Подожди, может, тебе нравится? Трифил? Да, Трифил, вы что? Не всем же одна жизнь, одна любовь. У каждого своя планка. Ань, ну подожди, ну я же не могу уже отказаться, но я слово дала. Ну я клянусь тебе, мне не нужен твой Трифилов, мне просто работа нужна. Если ты пойдешь, я сделаю все, чтобы ты эту работу не получила. Ань, я не шучу. Здрасте. Лена, успокойся, все хорошо. Леночка, не волнуйся. Это просто обычный вывих. Елена Васильевна, ваш сын, он просто каскадер, он настоящий гонщик. Мы все время думали, что он ботан, а он всем доказал, что он крутой. Замолчи. Лена, успокойся, это просто ерунда. Ну, подумаешь, неудачно на байке прокатился. Доктор сказал, до свадьбы заживет. До свадьбы? До какой свадьбы? Да какой Лен, свадьбы? Лен, Лена, Вика ни в чем не виновата, Лен! Отдыхай, отдыхай. Вика, вы за Арта не волнуйтесь, я за ним присмотрю. Послушай меня, ты здесь больше не появишься, поняла? Это вам Арт так сказал? Тема! Его зовут Артем, это я так сказала. Не хватало, чтобы какая-то девица безответственная с черными губами крутилась около моего сына. Таким, как ты, здесь не место. Это понятно? Чего ж тут непонятного? Елена Васильевна, Вика Коробова. Девочка сложная, и отношения в семье у нее не из лучших. Раз они сами решили заниматься вместе, мы не стали препятствовать. Что значит сами решили? Разве не вы распределяли нагрузки? Выпускного класса? Нет. Артем сам предложил и настоял. Естественно, мы приветствуем, когда такие пары, отличник и отстающий, создаются на добровольной основе. Это приводит к положительным результатам.
Артем наш лучший ученик. Безусловно, он может оказать положительное влияние на Вику. Мы очень на это надеемся. Ирина Борисовна, вы слышите, что вы говорите? Произошло ЧП, и случилось оно по вашей вине. Если бы вы не поощряли подобные вещи, мой сын сейчас был бы здоров. Знаете что? Я подам на вас жалобу в Министерство образования. Пусть поставят вопрос о вашей профессиональной пригодности. Да, мам. Здравствуй, доченька. Что-то с Тёмой? Господь с тобой, с ней все нормально. Он лежит, как турецкий султан. Слушай, ты помнишь, сегодня годовщина смерти Екатерины Владимировны? Господи, у меня совсем из головы вылетело. Хорошо, мам, да, спасибо. Угу. Здрасте, бабушка. Елена Васильевна дома? Называй меня дедушкой. Нет ее дома. Это очень хорошо, потому что мне надо с Артуром поговорить. Слушай, вы там двери не закрывайте, пожалуйста. Лене не нравится. Хорошо, бабушка, хорошо. Живой? Ага. Костюмшек костела. Что, прямо сейчас? Что доктор сказал? До свадьбы заживет? Вот и терпи. Владимир Сергеевич, а мы могли бы сейчас обсудить условия моей будущей работы в кабинете, пока у меня есть свободное время? Лена Васильевна, вы что, не хотите, чтобы это произошло, я бы сказал, в торжественной, незабываемой обстановке? Нет, мне бы очень хотелось. Но дело в том, что сегодня годовщина смерти моего тренера Крачковской. Екатерина Владимировна, вы что, тоже ее воспитанница? Да, вы ее знали? Ну, лично не знал, но много слышал о ней. Легендарная личность. Так вот, откуда у вас такая подготовка и чувства? Да уж. Так вот, мы, ее ученики, встречаемся в этот день, вспоминаем. Ну да, это все замечательно и трогательно. Елена Васильевна, у меня складывается такое впечатление, что вы меня просто динамите, а? Я вас? А вы что, не хотите здесь работать? Нет, я очень хочу. Ну, тогда вы должны усвоить, что очередного отказа я не потерплю. Честно говоря, я не понимаю. Да все вы прекрасно понимаете, Елена Васильевна. Ну, не заставляйте меня принимать крайние меры. Давайте все решим, как взрослые люди. Пожалуй, я не буду испытывать ваше терпение. Я никуда с вами не поеду. И работать я у вас тоже не буду. До конца испытательного срока осталась неделя, так что, надеюсь, за это время вы найдете мне замену. Ну, хорошо, это ваш выбор. До свидания. Паш, а? Посиди. Игорь Дмитриевич, я сам Серегу встречу. А? Я там с партнерами кое-что выяснить хочу. Хочу фитнес открыть. Отдыхай. Ладно. Здорово, Серега. А ты что, сегодня без дяди Паши? Здрасте. Дядь Паша в машине. Она? Угу. А вы, значит, та самая тетя Лена? Сережка вас рассказывал. Ну, Елена Васильевна тогда уж. Игорь Дмитриевич, очень приятно. Очень приятно. Ну, как он у меня? Ну, что, Сережка молодец, хорошо работает. Ага. Не притворяется, что устал, то дети у нас это любят. Притворяться? По-моему, сплошное удовольствие бассейн. Да. Да? Да, но тренировка есть тренировка. Понятно. А вы, значит, суровый тренер, который бросает детей на глубину.
Ну, это все байки. У нас никто никого не бросает на глубину, правда же? Моя задача — научить детей плавать и привить им технику. А как же жить захочет, выплывет? Ну, не каждый может долго барахтаться. Так что у нас без экстрима, учим по-простому. Ясно. Ну, мне такой подход нравится. Давай, беги. Иди, я сейчас приду. До свидания. Пока, Сереж. Игорь Дмитриевич, а мне сказали, сам Володин за сынишкой приехал. Здравствуйте. Владимир Сергеевич, здравствуйте. Спасибо, Елена Васильевна. Всего доброго. Ну что, поднимемся ко мне? Да я не знаю, может, пройдемся, покажете мне, что здесь у вас, как крутится, вертится. Неужто задумали что-то? Ну, от вас ничего не скроешь. Ну а чего, мы от вас ничего скрывать не будем, все покажем. Да, может быть, мы что-то придумаем. Мы ведь не хотим остановиться на достигнутом, да? Есть планы по расширению. Нужны инвестиции, кстати. Ну, если это будет выгодно мне и партнерам, тогда да. Давайте с бассейном. Ну, давайте, начнем, пойдемте, да? Покажу. И ты никогда не видел своего отца? Оксфордский словарь. Ну, там их три. Самый большой. Какой красавчик. Ты так на него похож. Ой, да брось. Как его зовут? Слава. Вячеслав Соколов. Два серебра Европы. А больше ничего не знаю. Они выглядят такими влюбленными. Да. Им это не помогло. Наверное, Лена до сих пор любит его. Ну да. Ей это тоже ничем не помогло. Живет прошлым, с меня не слезает. Конечно, своей-то жизни нет. Знаешь, уже это лучше, чем как моя мама. Она уже третий раз замужем, на меня вообще пофиг, одни мужики на уме. Ну вот лучше бы Лена, так же, как твоя мама, завела бы какого-нибудь мужика и отстала от меня наконец. И предала свою любовь? Я не верю в такую любовь. Это все бред. Надо жить настоящим. Ну, знаешь, я бы тоже хотела, как Лена. В смысле? Я бы хотела любить тебя одного всю свою жизнь. И быть такой же чокнутой, как Лена. Я, наверное, пойду. Куда? В школу. Там, наверное, уже забыли, как я выгляжу. Ты же сам говоришь, что жить надо настоящим. Вик! Вика! Счастливо, рада была видеть. Лена, привет. Сколько лет, сколько зим. Здравствуй, Лена. Ну, перестань, ну неужели ты до сих пор на меня обижаешься? Столько лет прошло. Мне кажется, сейчас не время и не место это обсуждать. Ну, перестань, брось. Ну, давай помиримся. Послушай, я с тобой не ссорилась, это послушай, ты... Послушай, ну, Слава сам от тебя ушел ко мне. Я же его не тянула. Ну, и потом сердцу не прикажешь. Ну, тогда совет да любовь. А ты что, разве не знаешь? Мы с ним уже давным-давно развелись. Практически сразу после Японии. Он тогда проиграл, запил. Я пыталась его вытащить, но все оказалось зря. А ведь такая любовь была. Ну да. Без стержня оказался человек. Я вообще не понимаю, как ты его терпела. Одна маленькая провинность, и все. Все как рукой снесло, все амбиции. Тоже мне чемпион. Только и делал, что пил до себя жалел. А планов было мало. Ну вот и я о том. А я же ему говорила, Соколов, ну соберись. Но если ты сам не хочешь пробовать больше, ну занимайся тогда со своими учениками. А он сказал, что все это ему по делам. Что это он сам во всем виноват. Лен, ты прости меня. Знаешь, я поняла, что на чужом несчастье свое счастье не построишь. А мне твои открытия, Яна, неинтересны. Ну перестань. Ну, мы же молодые были, глупые. Я же тогда думала, что мы с ним весь свет завоюем. Не вышло? Ну, как видишь, у него нет. А у меня все неплохо. У меня своя школа, вот уже пятый год как.
под Олимпийским комитетом ходим. Поздравляю. Слушай, а приходи ко мне работать, а? Приходи, у меня командировки, оклады, все по высшему разряду. Мастера спорта международного класса примем тебя со всеми почестями. Я всего лишь мастер спорта. Ну ничего, зато у тебя есть стержень. А это очень важное качество для тренера. Ян, у меня есть хорошая работа. Ну, как хочешь. Значит, все-таки не простила, что Соколов от тебя ко мне ушел? Было бы из-за чего. Ян, извини, мне домой пора. Сын, выпускной класс, сама понимаешь. А у тебя что, сын? Сколько ему? 16? Лен, я не знала. Ты не забыла, зачем пришла? Слав, я должна тебе кое-что сказать. Я тебе тоже. Тогда давай сначала ты. Хорошо. Я решил, я поеду в Японию. С Яной. С Яной. Лен, прекрати, она мне просто помогает. Я заметила. И папа у нее в Олимпийском комитете. Лен, ты сейчас на что намекаешь? Что я ради карьеры на все готов? Я этого не говорила, ты сам сказал. А, класс. Отлично, Леночка, прекрасно. Здорово ты изменилась. Циничной стала, обвиняешь меня, не знаешь в чем. Знаешь, слова, это ты изменился. Я все знаю про вас с Яной. Она мне рассказала. Попросила, чтобы я ушла и не портила тебе жизнь. Скажи мне только одно. Это правда? Все понятно. Что ты хотела сказать? Нам не о чем больше говорить. Сынок, ты почему встал? Ну и чего ты добилась? Ты о чем? Ах да, ты же еще ничего не знаешь. Знаешь, после твоего визита в школу родители Вики устроили ей жесткий разбор. Я не знаю, что они ей там сказали, но после этого она ушла из дома и отключила телефон. Послушай, ничего с твоей Викой не останется. Погуляет немного где-то и вернется. Ага. И все сразу будет как раньше, да? Ты так думала? Все будет как прежде, только ты и я. А ты обо мне подумала? Я потому и пошла в твою школу, что я подумала о тебе. Вранье. Ты только по счастливой случайности вчера не сломал себе голову. Ты об этом подумал? Конечно. Мальчик поранил себе ножку. Давайте всех за это накажем. Весь мир, да? Пусть все за это ответят. Пусть! Артем! А знаешь что? Это все так называемая материнская жертвенность. Чтобы все тебя пожалели. Чтобы все восхищались твоей преданностью, своей первой и единственной любви. Прекрати сейчас же, Тёма. Но на самом деле, ты любишь только себя. Не смей так с матерью разговаривать. Ах да, она же моя мать. А знаешь, лучше меня вообще на этом свете не было. Замолчи! Я не знаю, где сейчас Вика, но если ты не найдешь ее и не извинишься, я уйду из дома. Делает вид, что спит. А сам в это время ждет, пока ты на работу уйдешь. Совестно ему. Думаешь, он правда может сбежать? Ой, да куда он сбежит? С такой-то ногой.
Максимум, на что он способен, это лежачая забастовка. Ну, он правда же может. Лен, послушай. Мам, Соколов в городе. Ты что, с ней виделась? Нет, я Яну встретила. Говорит, после Японии он сильно пить начал. Она не выдержала и... В общем, они уже давно в разводе. Ну да. Знаешь, у хорошей-то жены муж не пьет. Что ты теперь собираешься делать? Искать его будешь? Еще чего. Лен, ты куда? Мам, я на работу. Ну что ты все время за мной следишь? Я взрослый человек, не надо меня контролировать. Послушай, ты сейчас говоришь точно так же, как Тёма. Тёма – это другое. Хотя, знаешь, ты права. Вот хочет он общаться со своей черногубой девочкой. Пускай общается, подумаешь. Лена, я прошу тебя, успокойся, пожалуйста. Мама, я спокойна. Просто когда он проснется, ты передай ему, что никуда сбегать не надо. Сейчас пойду и приведу его подружку. На работу только схожу. Хорошо. Извините. Прошу вас, садитесь. Нет-нет, спасибо. Ну, красивой девушке не гоже стоять. Это совершенно непозволительно. Вы правда так думаете? Уверен, уверен. Ну, красота – это дар Божий. Она спасет мир. И мы все просто обязаны служить ей. Значит, и вам, пожалуйста. Да. Никто, конечно, и не думает, что красивым... Зачастую не очень легко. Но у красивых женщин судьба своя. Присаживайтесь. Нет. Спасибо вам. Я уже выхожу. Удачи вам. Спасибо. Васильевна, а вот и вы наконец-то. Здрасте. Игорь Дмитриевич, здравствуйте. А что случилось? Случилось. Сегодня у Сергея Игоревича день рождения, 9 лет. Сережка попросил меня вас доставить, так что его слово для меня закон, прошу. К сожалению, я не могу, у меня занятия. Никаких занятий нет. Все занятия отменились, а ваша группа вон в кафе. Так что прошу, прошу, давайте, проходите. Проходите. Серега, смотри, кого я тебе привел. Здравствуйте, Лена. Привет, ребят. Какой у меня торт. Это вам. Ой, спасибо. А себе? Не, я сладкое не ем. Я тоже не ем сладкое, только я никому об этом не говорю. А, чтоб не давать зарока? Угадал? Правильная позиция. Чем меньше обещаешь, тем проще жить. Да, у меня еще такое настроение. Очень не хочется себе ни в чем отказывать. Проблемы? Дома, на работе помочь? Спасибо, вы уже... Помогаете, очень вкусно. Скажите, а где Сережина мама? Я все хочу с ней познакомиться, но... Мамы нет. Нет, потому что нет. Вот уже год я отец-одиночка. Вы меня простите, ради бога, я потому не знала. Не извиняйтесь, все в порядке. Все живы, здоровы, у нее все хорошо. Это я виноват в том, что у Сереги мамы нет. На родителей на своих не смотрелся. Они у меня вместе более 40 лет. Любовь на всю жизнь. Я тоже так хотел. Думал, женюсь и... Ну, как говорится, хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Мне очень жаль. Да ну что вы, все в порядке. Жизнь продолжается. Лен, я вот что хотел сказать. Я очень рад, что мой сын занимается в вашей группе именно с вами. Вы ему очень нравитесь.
Вы для него большой авторитет. Вообще, я думаю, годик-два ваших занятий, и я буду не только за его здоровье спокоен, но и за то, что он будет отвечать за свои слова и за поступки. И в этом целиком ваша заслуга. Ну, вы преувеличили. Вашу, вашу, не спорьте. Наверняка Сережа хочет быть похожим на вас. Я уверена, что эти мужские качества прививаете ему именно вы. А каким, по-вашему, должен быть мужчина? Надежным, держать слово, не предавать. Ну что ж, мне пора идти. Дела. Заболтал я вас. Да нет, что вы. Наоборот, вы даже улучшили мне настроение. Спасибо. Ну, рад, если это так. Именно так. Вы прекрасный отец. Спасибо. И я надеюсь, Сережка, когда вырастет, он это оценит. Привет. Ань, что случилось? Это ты сама не знаешь. Я не понимаю. Объясни по-человечески. Меня Трифилов увольняет с сегодняшнего дня. Ну, а я здесь при чем? Ну, не у меня же испытательный срок заканчивается. Он тебя даже со всех групп снял. Ты же у нас теперь фаворитка. Я же сказала, что я не буду у вас работать. Это уже не имеет никакого значения. Я своего решения не изменю. Мне надоело ее терпеть. К тому же она позволяет себе не очень корректные высказывания и создает двусмысленную обстановку в коллективе. Все, вопрос решен. Приказ я подписал. А вы действительно думаете, что так от меня чего-то добьетесь, Владимир Сергеевич? Я не понимаю, о чем вы говорите, Елена Васильевна. Не любите, когда вам отказывают? Хотите, чтобы я ответил на ваш вопрос? Да, Елена Васильевна? Я хочу вам показать, что у красивой женщины всегда есть выбор. А если эта женщина еще и умна, то зачастую этот выбор сильно меняет ее жизнь. В лучшую сторону. Вы стоите гораздо большего, чем имеете. Я ответил на ваш вопрос. То есть, если я не уйду, Анечку вы не уволите? Ну, я не знаю. Я, наверное, смогу ей как-то помочь. Все понятно. Будьте добры мне, чистый лист бумаги. Здравствуйте, Лена. Кирилл, я смотрю, у вас полно свободного времени. Может, я сам хозяин своего времени? Ну что, вы так бы и простояли здесь весь день. Я могла и поздно вечером освободиться. Понимаю, я выгляжу нелепо. Ваша мама тете звонила. У вас, правда, проблемы с сыном? Знаете, вас это точно не касается. Ну зачем это, Лен? Я хочу помочь. Знаете, Кирилл, мне действительно нужно съездить в одно место. Правда, это далеко. А я думала, ты голодную забастовку объявил. Я объявлю. Да ладно, ладно, все. Ну, садись. Садись, садись, поешь как следует. Истеричка. А что, я был неправ? Ну, ты наглец. Матери нахамил. Ультиматумы ей ставил. И хочешь, чтобы после этого тебя правым считали? А что ей Вика плохого сделала? За что она ее родакам и училке на съедение отдала? Зачем лезет в мою личную жизнь? Она любит тебя. Она заботится о тебе, солнышко. Ну, хорошо. Тогда скажи, почему она меня к отцу в Японию не отпустила? Потому что ты и твоя мама твоему отцу в новой жизни не нужны.
кажется, здесь. Давно здесь не были? 16 лет. 16, а, ну да. А я пойду с вами? Нет, я сама. Если что, я здесь. Вячеслав Соколов. А Соколова нет. А, я понимаю, извините. Девушка, так он в Королеве живет? В Королеве? Да, в спортинтернате в общежитии. Ему Ваня каждый месяц деньги возит аккуратно. А мама его... Я не знаю, это Ваня знает. Ясно, спасибо, до свидания. Девушка, только он в больнице сейчас. Как больница? Травматология. Я не знаю, что Ваня знает. Есть телефон. Можем позвонить. Заходи. Ну что, нашли? Он в больнице. Попал под катер на водохранилище. Ну так поехали скорее в больницу. Подожди, это же за городом. Лена, я же сказал, хоть на Луну. У нас ваш Соколов. А вы кем ему приходитесь? Ну, какая разница? Я хочу его увидеть. Да. Ну что значит хочу увидеть? Вы же не в музей пришли полюбоваться мумией. Мумией? А что вы думали? Его винтами моторки сильно порезал. Доктор, я хочу его увидеть. Вы его родственница? Жена. Бывшая. Вот он. Правда, без сознания, под сильными обезболивающими. А что, он у вас лежит прямо здесь, в коридоре? Мне что, вместо него пенсионера из палаты выкатить? Посидите, хотите, с ним? Я за вами вернусь. Поплыли, лягушонок? Почему? Это что, боишься? Нет, я не буду с тобой соревноваться. Я просто люблю тебя, значит, ты самый лучший. Понятно. Просто так, конечно, без борьбы первое место. Ты должна бороться только за первое место. Любишь меня? Конечно. Поплыли. Доктор? Да. Скажите, а он выпивший был? Да нет, ни в одном глазу, иначе обезболивающие не подействовали бы. И потом, он же на озере с учениками был. А вот спасатели на моторке те, да, вот поэтому ваши и перебили. Я хотела бы перевести его в другую клинику, где за ним бы присматривали должным образом. И лежал он не в коридоре, а в палате. Ну, в принципе, у нас есть свободная палата, только платная. Да. Да, я поняла. Я поняла, Лен. Лен, послушай, я хотела сказать тебе что-то очень важное. Нет, ждать не может. Я сейчас должна сказать. Мам, ну что ты меня пугаешь? Что случилось? Сейчас. Когда он из Японии вернулся, он к нам пришел. Прощение просить, мириться. Раскаивался. Спрашивал, где ты? Что ты, да как? Ну, я тогда сказала, что ты
замуж вышла. Ребеночек у вас. Что ты счастлива? Я не могла иначе. Он тебе столько сделал плохого. Я подумала, что без него тебе будет лучше. Алло. Алло. Это Лена. Можно мне с ней поговорить? Она уже трубку повесила. А что с Викой? Вряд ли ей сейчас до Вики. Она с твоим отцом. С кем? С твоим отцом. А он откуда взялся? Не знаю. Нашла она его. Больница нашла. Ничего себе. А ты куда? Я сейчас побегу в экспресс-почту за угол. Нужно деньги срочно перевести. Ну все, будь умницей. Цирк. Кирилл, вы поезжайте. Спасибо вам. Извините, что я вас задержала. Вы все-таки простили? Не знаю. Просто сейчас, кроме меня, ему никто помочь не может. Как он мог? Он же сам виноват. Как он мог вас оставить? Послушайте, это все уже давно в прошлом. Вы езжайте лучше домой. Спасибо вам. Мамочка. О, Господи, Боже мой. Напугала? Фух. Привет, стрекоза. Ты куда пропала? Да никуда я не пропала. Вот зашла вашего раненого проведать. Я так и знала, что вы на связи. Баламуты. Иди домой, родители волнуются, небось. Да им без меня только лучше. Да? Много-то понимаешь. Родители любят тебя. Несмотря ни на что. Ну, конечно, бывают иногда ошибки. Ты для них дороже всего на свете. Ты это помни. Хорошо, бабушка, буду помнить. Давай, давай, иди к нему. А вы... Посижу пока. Ой, Господи. Ну что, какие новости? Сначала ты. Нет, ты. Нет, ты. Нет, ты. У меня тут отец объявился. Ух ты. Как здорово. Лена, наверное, так рада. Ну да. А обо мне не спросишь? Ну, а ты что, не рад? Она же всю жизнь его ждала. Ну да, конечно, рад. Он ведь ее бросил. Всю мою жизнь не появлялся, а теперь вот пришел, и она сразу бросилась к этому предателю. Теперь, наверное, домой его притащит. Мое-то мнение никому не интересно. Да ты что? Ну это ж твоя мама. Ну, конечно, всю жизнь его ждала, а я теперь вообще никому не нужен. Ты рассуждаешь, как ребенок. Так нельзя. Серьезно? А с каких это пор ты стала экспертом в семейных отношениях? Ты ж сама постоянно жалуешься на своих предков. Знаешь, Артём, а я, пожалуй, пойду. Артём? А что случилось с Артом? Вот если его увидишь, то сам у него и спроси. Хорошо,
единственный сон. Прости. Порезы не глубокие. Завтра придет в себя, а через неделю сможете его забрать. Да, спасибо. Но надеюсь, к этому времени он сам сможет выписаться. Ты не помнишь, где у нас больничный халат? Помнишь, мы брали, когда Тёма лежал в больнице? Сейчас дам. В комоде. Угу. Ты вообще спала сегодня? Ну, так, подремала немного. А что, я плохо выгляжу? Слушай, надо с работой что-то придумать. Я же у тебя уже последние деньги забрала. Ничего, разберемся. Ну что, как он? Выписываю через неделю. К счастью, обошлось без серьезных травм. А что делать будешь? Сюда приведешь? Ну, посмотрим. На свидание прихорашиваешься. Тёма. Привет. Что, старая любовь не ржавеет, да? А любовь вообще не ржавеет, сынок. Угу. А любовь в курсе, что у него взрослый сын есть? Тём, он же без сознания. У меня просто не было возможности ему сказать. Не было возможности или желания? Тём. Не старайся. Я и так все понял. Послушай, ты не уходи от темы со Славой. Послушай меня, не спеши, у тебя все-таки сын есть. Мам, Тёма уже взрослый ребенок. И Слава его отец. Быстро ты его простила? Да никого не простила, мам. Знаешь, я сто раз себе представляла, как он появится, ждала, что он попросится обратно. Я обязательно такой весь жалкий, жизнью побитый. А я его с лестницы. А сейчас, я не знаю, ну что? Что мне теперь, не ехать к нему? Знаешь, ты для него сделала все, что могла. Даже больше, чем могла. Даже больше, чем он того заслуживает. И что? Он сломал твою жизнь? Он свою жизнь сломал. Знаешь, вот меня его жизнь как-то... У тебя были такие варианты. И что? Ты хранила верность этому своему. Неужели ты не понимаешь? Ну, не нужны были мне эти варианты. Ну, вот нужен был мне этот единственный. Ну, что мне теперь делать? Ты, доченька, сама решай. Только помни, пожалуйста, что у тебя есть ребенок. Это бред какой-то. У меня нет жены. Она всю ночь возле вас просидела.
Ну, что, чемпион, как дела? Да вот силёнок прибавилось, так мы и от еды, и от жены отказываемся. Я не женат. Надо было уточнить, что бывшей жены. И она приходила? Не знаю. Не пускайте ее, пожалуйста. Вот придет, сами разбирайтесь. Заблудилась? Я Вику ищу. Кого? А, Вика, ну это школьница, девочка с черной помадой. Победу, что ли? Ну, Виктори, победа по-английски. А, ну да. Знал, что ли? Конечно. А так где я могу победу найти? Да вон она. Эй, победа! Слышь, где пришли? Вика, здравствуй. Здравствуйте, Лена Васильевна. Можно просто Лена? Вик, я хотела поговорить. Говорите, вам никто не мешает. Вик, посмотри на меня хоть минуточку. Вик, я хотела извиниться, я была неправа. Я не должна была жаловаться классной. Не забить, что сделано, то сделано. Попала сильно? Да моим все равно. У мамы муж новый. Так что им сейчас не до меня. Я думаю, они даже не заметили, что меня нет. Я уверена, что это не так. Наверняка они тебя уже ищут. Да и Тёма, он места себе не находит. Сам не свой. Да ладно, чужина сам не пришел. Испугался, маму отправил. Ну, вот зря ты так. Он, правда, очень волнуется. И если не веришь, можешь позвонить. Да мы поругались. Из-за чего? Из-за вас. Я ему сказала, что любовь должна быть одна на всю жизнь, как у вас, а он мне, что жить надо настоящим, а не прошлым, ну а дальше, слово за слово. Вик, прости меня, я очень ошибалась на твой счет. И на Тёмку не сердись, он просто маленький еще и не все понимает. А я вас все-таки не ошиблась. Вы классная. А приходи к нам в гости. Я подумаю. Ну что ж поделаешь, Кирюш, сердцу не прикажешь. Ну это ж несправедливо, Галина Константиновна. Ну, справедливость в таком вопросе вообще вряд ли уместное понятие. Он не достоин ее. Вот вы на нее должны повлиять. Вас послушают. Нет, увольте. Я столько лет повлияла, никакого результата. А теперь я сама не хочу. Извините. Да-да. Это личное. Алло? Да-да, слушаю. Я все понял. Очень жаль. Ну что ж. Вы ведь Кирилл? Это вы маму в больницу возили? Да. А вы Артем? Да, слышал. Очень приятно. Вы не могли бы мне дать адрес этой больницы? Я хотел бы туда съездить. С отцом познакомиться? Сказать, чтобы не приезжал. Нам и без него хорошо. Вы можете дать мне адрес? Не надо адрес. Я сам отвезу.
Привет. Привет. Значит, ты мне не приснилась. Как ты себя чувствуешь? Отлично. Только хочется убежать отсюда. Успеешь. Я тебе грушу принесла. Пойду помою. Вам плохо? Нет, все хорошо, спасибо. Простите, у вас не будет тарелки для фруктов? Да, конечно. Ну вот, груши. А я, пожалуй, пойду. А то ты здесь как на курорте, а у меня еще полно важных дел. Подожди, чего так быстро? Ну, здесь нельзя посторонним. Ты не посторонняя. Да? А что-то изменилось? Да. Все. Извини, я не готова. Я понимаю, Лен. Просто я должен. Нет. Знаешь, я все-таки должна тебе кое-что сказать. Кое-что очень важное. Я тоже. Хорошо, давай сначала ты. Нет, мы так уже пробовали, и в тот раз не очень получилось. Давай ты. Ладно. У тебя есть сын, Артем, 16 лет. Прекрасный парень, учится хорошо. Да. Да. Я, конечно, хотела тебе раньше об этом сообщить, но ты же не оставил контакты и не появлялся, так что... Я появлялся. Ах, ну да, мне мама вчера только об этом рассказала. Мог бы быть понастойчивее. Мне сказано, что у тебя муж и ребенок, и вы счастливы. Поэтому... Мама хотела как лучше. Прости. Да, Лена! Я не знаю, как сказать, но... Я тебя люблю и любил. Я понимаю, что это глупо, но... И я ничего от тебя не жду, просто ты должна знать. Какая трогательная сцена. Так вот он какой, да? Ну, здравствуй, отец. Артем, что ты здесь делаешь? Странный вопрос. Приехал посмотреть в глаза своему отцу, а что, ты против, да? Ну, привет, папа. Что, не рад верить своего сына, да? Да, я твой сын, и знаешь, что я пришел тебе сказать? Даже не думай, что ты можешь вернуться к нам. Ты и мизинца маминого не стоишь, ясно? Ты просто ничтожество. Артем, выйди отсюда. А, вот оно как, да? Приехал спустя столько лет, только пальцем поманил, и ты сразу бегом к нему, да? А как же я? Как же мы? Артем, это твой отец. Нет, мне такой отец не нужен. Артем! Артем, подожди! Thank you.
Игорь Дмитриевич, а что вы здесь делаете? Вас жду. Хочу пригласить вас на ужин. Я вас очень прошу. Я даже не знаю, что вам сказать. Ничего не нужно говорить. Я после того, как вас увидел первый раз, ни о чем думать не могу, только о вас каждый день и думаю. Игорь Дмитриевич, вы видели меня всего пару раз. А сколько раз нужно было увидеться, чтобы это сказать? Сколько? Вам вовсе не надо было об этом говорить. Ну, может, вам не надо, а мне надо. Я даже не знаю, как я теперь без вас, без ваших глаз, без улыбки. Но вы же не могли это не почувствовать, правда? Лен, ну не молчи, скажи что-нибудь. Спасибо вам. Мне никогда никто не говорил таких слов. Даже человек, которого я люблю всю свою жизнь. Ясно. Извините, Елена Васильевна. Да. Насчет Сережки нам нужно выяснить. Он ни с кем не хочет заниматься, кроме вас. Вот такой однолюб вышел. А его слово для меня закон. Ну, хорошо, давайте решать. Моя компания недавно закончила строительство оздоровительного центра. Вы мне нужны там как консультант и как тренер. Звучит как сказка. Так вы согласны? От такого предложения сложно отказаться. Только у меня тогда одно условие. Вы должны будете взять Анечку. Ну, хорошо, как скажете. Став все равно будете вы набирать. Значит, договорились? Да. А, да. Это вам. Спасибо. До свидания. До скорой встречи. Да, я вазу принесла. Давай я сама. Да нет. Цветы-то я сама поставлю. А ты, доченька, давай. Поезжай к нему. Что ты такое говоришь? Я уже все решила. Я вижу. Вижу, я что-то решила. Похоронить себя ты решила. Мама, что ты преувеличиваешь? Доченька милая. Ты всю жизнь жила и ты жертвовала собой ради меня, ради любви своей, ради сына. Ты вот хотела, чтобы всем было хорошо. Но ведь нужно же о себе подумать. Да. Леночка, любишь его? Соколова. Как только начал ходить, сразу потребовал его выписать. Куда же он пошел? Ну, это я не знаю. А как он себя чувствует? Нормально, организм тренированный. Я думаю, бегает уже, хотя и с палочкой.
крошка. Господи, заходи. Ну надо же, а? Что случилось? Смена имиджа. Решила выглядеть более оптимистично. Какая же ты красавица, а? Ну какая красавица. А как там наш раненый? Живой? Да. Лежит у себя в комнате. Ты проходи, проходи. А с вами все нормально? Натворили мы дел, деточка. Что тут у вас случилось? В общем, она вернулась в больницу, а его там нет. Ну так его искать надо. Нет, не надо. Она запретила. Сказала, раз так, значит, не судьба. Значит, все будет как раньше. Только она, бабушка и я. Ну и ты. А ты и рад. Да не рад я. Ну, Лену жалко. Надо его искать. Да как мы его найдем-то, если у нас ни адреса, ни телефона нет? А интернет на что? Здравствуйте. Я ищу Вячеслава Соколова. Он здесь раньше жил. Вы не знаете, где он? А Соколова нет. Да, он уволился и уехал. Уехал? А куда он уехал? Я не знаю. И что, не сказал, когда он вернется? Нет, Иваня не сказал. На новую работу уехал. Понятно. Женщина. Давай домой. Женщина, вам плохо? Нет, нет, ничего, все. Нормально, сейчас пройдет. Вы присядьте, присядьте, присядьте. Я сейчас. Пусть она поспит, отдохнет. Если давление начнет подниматься, сразу же вызывайте нас. Спасибо. До свидания. До свидания. Мам, слушай, ты только не волнуйся. Мы его обязательно найдем. Я тебе обещаю. Спасибо. За что? Ты же меня первый раз мамой назвал. Подумаешь, оговорился. Болта. Ладно, идите домой. А? Как ты? Лучше? Да, лучше. Доченька, я просто хотела, чтобы ты была немножко счастливее. Видя, что получилось. Что случилось, то случилось. Ну да. И он тоже мог быть как-то, ну, понастойчивее, что ли. Куда он запропастился? А вдруг он не найдется? Ну, если и не найдется, будем жить, как жили. Прости меня, девочка. В общем, я обещал найти, и я нашел его. Где? А это важно. Здесь я нашел. Он, видимо, как раз к нам и направлялся. Да, отец? Вы пока здесь поговорите, а я поднимусь наверх, поставлю чайник. Классный пацан у тебя получился. У нас. Ну да. У нас. Где ты был? С делами разбирался. Разобрался? Да. И с мыслями. Я понимаю, что меня не было рядом все это время, но я очень хотел.
Правда, я сейчас хочу. Если ты разрешишь мне остаться, я больше никуда не денусь.